«Кашу маслом не испортишь», — гласит народная пословица. Когда она родилась, вопрос о качестве масла не стоял. Но когда речь идет о качестве масла для вашего автомобиля, выбор может стать роковым как для вашей нервной системы, так и для бюджета. Наша компания поставила для себя целью вывести на рынок Оренбургской области по-настоящему качественное и надежное масло в среднем ценовом сегменте. Для бесперебойного обеспечения работы собственного автопарка и возможности выбора европейского продукта рядовыми автолюбителями и владельцами сельхозтехники. В каких условиях будет обеспечиваться смазка жизненно важных узлов и агрегатов? Климат Оренбургской области континентальный, с жарким летом и холодной зимой, с устойчивым снежным покровом. Абсолютная амплитуда колебаний между крайними значениями температур велика и достигает 85 градусов по Цельсию. Зима отличается постоянством отрицательных температур и суровыми морозами. Лето солнечное и жаркое. Запыленная атмосфера, низкое качество дорог и топлива делают жизнь вашего автомобиля без преувеличения экстремальной. Кропотливый анализ рынка масел, форумов и отзывов автолюбителей привел нас к Lotus Oil. Группа Lotus – один из крупнейших в Польше вертикально интегрированный нефтяной концерн, включает в свой состав более десятка компаний, ведущих собственную добычу, управляющих работой современных производственных мощностей по переработке нефти производительностью более 6 миллионов тонн в год и укрепляющих свою сильную позицию на польском топливном рынке благодаря сети более чем 400 АЗС. Акционерное общество Lotus Oil – крупнейшее производство по изготовлению и дистрибуции автомобильных и промышленных масел. Компания занимает лидирующие позиции в отрасли производства смазочных материалов, а также дистрибуции автомобильной косметики и химии. Полный цикл производства в рамках одной компании позволяет контролировать и постоянно подтверждать высокое качество продукции Lotus. Компания регулярно проводит мониторинг рынка. По его результатам усовершенствуются существующие и внедряются инновационные технологии, разрабатываются новые сорта масел. Компания заботится о постоянном улучшении и грамотном использовании интеллектуального потенциала сотрудников. Следуя цивилизованной европейской модели построения бизнеса, концерн уделяет особое внимание охране окружающей среды. Группа Lotus – победитель конкурса «Экоответственные в бизнесе». Кроме того, концерн регулярно удостаивается престижных наград выставок и других разноплановых конкурсов международного масштаба. Группа Lotus имеет сертификат на поставку масел для армий НАТО. Масла концерна одобрены и допущены к эксплуатации в автомобилях известных марок – Mercedes, Opel, Renault, Volvo, BMW, Volkswagen, Porsche и других, а также специализированной техники – Caterpillar, Cummins, Komatsu. Масла семейства Thermal Control обеспечивают полную защиту бензиновых, газовых, а также оборудованных двухтопливной системой двигателей легковых автомобилей, автофургонов и автобусов в течение всего периода эксплуатации. А именно, поддерживают оптимальную температуру работы двигателя, продлевают его долговечность, защищая от коррозии, твердых отложений и нагара, соответствуют требованиям по минимализации выброса вредных компонентов выхлопных газов, обеспечивая беспроблемную работу каталитических нейтрализаторов выхлопной системы, обеспечивают легкий пуск при низких температурах. Моторные масла Lotus Quasar. Эти масла широко известны в Европе. В частности, марку Turdus используют в двигателях таких известных автопроизводителей, как Volvo, Tatra, Caterpillar, Cummins. Для автомобилей Subaru рекомендовано использование ультрасовременных синтетических масел Lotus Quasar. Наряду с уже ставшими привычными высококачественными техническими показателями, эти масла благодаря использованию новейших присадок обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобиля. Кроме того, использование этих масел с формулой High-Tech Protection за счет снижения сил трения внутри системы позволяет снизить расход топлива, увеличить срок службы поршневой группы и других узлов двигателя, снизить уровень шума. Моторные масла Turdus обеспечивают надежную и устойчивую работу в любое время года бензиновых, дизельных и газовых двигателей, установленных на автомобилях, автобусах, вездеходах, специальных машинах, эксплуатирующихся в разных, включая экстремальные, условиях. К примеру, PowerTech Synthetic – масло высшего качества категории Ultra High Performance Diesel, используется в высокооборотных дизельных двигателях большегрузных автомобилей, интенсивно эксплуатируемых при максимальных нагрузках, в карьерных самосвалах большинства
большой грузоподъемности и на дальних междугородних и международных перевозках, в том числе и по крутым извивам горных серпантинов. Масло Semi Synthetic особенно рекомендовано для использования в двигателях седельных тягачей, автобусов дальнего следования и современных боевых бронетранспортеров, то есть на транспорте, совершающем большие пробеги в минимальные сроки, в том числе по бездорожью. Масло Lotus City – оптимальное решение для двигателей автомобилей, эксплуатирующихся в городских условиях, нередко в сплошном потоке автомобилей в режиме Stop & Go, а также использующих систему двухтопливного питания – газ-бензин. Использование в качестве горючего смеси газообразных углеводородов имеет ряд преимуществ в сравнении с бензином. В этой связи многие автомобилисты переоснащают двигатели под газовое топливо, но не желая исключать и бензиновое питание, отдают предпочтение двухтопливной системе. В качестве достойного ответа на запросы потребителей специалистами европейского концерна Lotus Oil и была разработана технология производства специальных масел Lotus City Gas, предназначенных для использования в таких моторах. Моторное масло Lotus Diesel – эффективное смазочное и противоизносное средство защиты двигателя. Масла этого семейства составлены на основах селективно рафинированных, гидрорафинированных и депрорафинированных масляных дистиллятов, жидких смесей углеводородов. Легированы с применением пакета соответственно подобранных облагораживающих присадок, в экстремальных режимах эксплуатации сохраняют высокие вязкостно-температурные, а также моющие диспергирующие качества. Моторное масло Lotus Selectal – гарантия продления срока службы бензиновых двигателей старшего поколения. Хорошо зарекомендовали себя моторные масла семейства Selectal, предназначенные именно для автомобилей с четырехтактными бензиновыми двигателями искрового зажигания. Эти масла прошли многолетнюю проверку в двигателях легковых автомобилей, автофургонов старшего поколения, эксплуатирующихся в условиях городского движения. При умеренных условиях эксплуатации применяют масла Selectal SC. Это всесезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную работу двигателей внутреннего сгорания. В тяжелых условиях передвижения по городским улицам, где зачастую приходится двигаться в режиме Stop & Go, рекомендовано применение масел Selectal Special. Сезонное моторное масло Lotus Super All. Моторные масла семейства Super All CA рекомендуются к применению в газовых выхлопных дизелях без механического наддува при легких и умеренных нагрузках и мягких условиях работы. Сезонные масла серии Super All CB используются в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях, установленных в автомобилях, а также машинном оборудовании и судовых агрегатах. Масла Super All CC предназначены для различного типа дизелей с умеренным наддувом, эксплуатирующихся в условиях средних механических и температурных нагрузок. Масла для сельского хозяйства. Кроме общеупотребительных марок, специалисты компании разработали и внедрили в производство целый ряд масел специального назначения, в том числе для тракторов, комбайнов и малой сельскохозяйственной техники, мотопил, газонокосилок, ручных культиваторов. Это масла линеек H-Roll и H-Roll Ice, обеспечивающие бесперебойную работу как мощных тракторных дизелей и двигателей внутреннего сгорания, так и малообъемных двухтактных моторов. Масла специального назначения. Масла линеек RG Trans и Ibis разработаны именно для двигателей, эксплуатируемых в интенсивном напряженном режиме. Это четырехтактные двигатели тепловозов, самодвижущихся подземных машин, автотранспорта дальнего следования. Удачный подбор облагораживающих и улучшающих присадок придает этим маслам исключительно высокие технические характеристики. И благодаря этому они обеспечивают надежную работу двигателей в любых нестандартных условиях. Масла для стационарных газовых установок. На заводах европейского концерна Lotus Oil CA разработаны и внедрены передовые технологии производства моторных масел Ibis NGO и Comatol для стационарных газовых установок, полностью удовлетворяющие этим повышенным требованиям. Эти масла гарантируют минимализацию износа деталей и числа эксплуатационных доливок, отодвигают сроки старения масла, вызываемого окислением и нитрацией, адекватно защищают рабочие поверхности от коррозии при воздействии коррозийно-агрессивных газов вследствие загрязнения топлива серой или галогенами. Для двухтактных газовых двигателей с искровым зажиганием используется в качестве компонента топливной смеси специальное малозольное масло SAE 40 Extra. Оно также применяется для смазывания стационарных газовых компрессоров.
Смазочные материалы, выпускаемые Lotus Oil SA, застрахованы с ответственностью перед третьими лицами, в том числе и на территории России, на более чем 3 миллиона долларов США. Таким образом, в случае выхода какого-либо оборудования из строя по вине масла, страховая компания покрывает расходы пострадавшей стороны. Компания Lotus Oil первая в России предлагает уникальную услугу глубокого анализа отработанного масла, по которому можно сделать заключение об условиях работы и обслуживания агрегата, оптимизацию сроков замены масла и в некоторых случаях значительно увеличить ресурс агрегата. Эксклюзивным партнером компании Lotus в Оренбургской области является общество с ограниченной ответственностью «Браво». Наша компания проводит гибкую ценовую политику, неукоснительно придерживается условий договоров с клиентами и сроков поставок продукции. Город Орск, проспект Мира, 21А, 62. Телефон 35 20 70.